Вот такой вот брелок мышонок, вот на ключах, вот такой брелок, вот. Он очень отсвечивает, из-за этого сложно навести, чтобы было не мутно. Он вот такой голубой, вот блестящий, вот отсвечивает. Поэтому сложно вот так вот показать. Сейчас я его снял, включил для того, чтобы попытаться показать как-то. Мышонка у него вот такие вот голубые глаза, но из-за того, что он блестит, поэтому качество мутнит на видео. Вот. Мутное как бы качество, вот, могу сказать. Я думаю, что он сильно блестит. У него вот такие голубые глаза. Вот. Такие вот красивые у него уши. Вот. Опять куда-то качество теряется, но... Вот, одно ухо, второе ухо. Могу показать, вот. Вот такой у него красивый ротик, вот. Усики у него такие голубые, ну... Тоже... Блестит что-то. Отсвечивает все. Поэтому тут сложно показать. Потому что там, где не отсвечивает, там темно и его не видно. А там, где отсвечивает, там уже, так сказать, вот, как есть. У него вот такие лапки на животе сделаны. Животик голубой, вот. Он как будто бы сидит нижние лапки в присядку. Как будто прыгать куда-то собрался или сидит. Ну, что-то вот такое вот. Сверху у него на голове. Для того, чтобы там была цепочка, за которую вешать. Потому что вешать ему надо на ключи. Или еще куда-нибудь, куда нужен брелок, ну это скорее всего на ключи. Я не могу. Всеми отсвечивает свет. А если свет выключить, то получается вот такая вот. Что его как будто бы не видно, не ожидать, вот. Поэтому тут. И даже не надо что сказать. А если я включу вот на телефоне свет, то... Ой, вот. Вот. На телефоне свет, это просто ужас будет для него, поэтому... На телефоне даже свет не включаю, вот. Поэтому тут... Я не знаю, как его правильно показать, поэтому... Лучше пускай на нем отсвечивает свет. Вот. Так вот. Я... Его покажу еще сбоку. За цепочку сейчас. Вот, сбоку вот. Такой вот красивый. У него вот такой вот бок смотрит. Сзади вот. Сзади вот он выглядит тоже. Очень красиво вот так вот. Но он почему-то блестит, поэтому тут видно мой телефон, видно все там. Что-то блестит, но и непонятно. Даже больше, чем свет светит, блестит. Поэтому сзади показать почти не могу. Сбоку вот. Сбоку вот могу. Потому что с голубым как-то лучше сбоку смотрится. Поэтому, кому понравилось видео, я думаю, понравился мышонок.